Приветствую вас, и женская дружба, то есть женщина, дружба между женщинами, если я правильно понял ваш вопрос, формально не существует, потому что в отличие от мужчин, которые обладают ярко выраженным и групповым чувством, и мужской солидарностью, и чувством долга, преданностью, твердостью, гордостью, ответственностью. У женщин эти качества выражены не так сильно именно в дружбе. То есть женщина ответственна в другом. И вообще все перечисленные качества она проявляет несколько в другом, не в дружбе. И поэтому дружба между женщинами возможна лишь до тех пор, пока это соответствует интересам двух женщин. Они могут общаться идеально, они могут проводить вместе сколь угодно времени, сколь угодно лет, но если между ними возникнет развод, очень большая доля вероятности, что никто не будет терпеть конфликт, никто не будет выяснять его, никто не будет бороться, и просто эти люди разойдутся. Потому что женщины, существа прагматичные, практичные и понимают, что, наверное, на подсознательном уровне, что не нужно терпеть какой-то негатив от дружбы, которая, в принципе, является, ну, скажем так, средством позитивного времяпровождения. То есть тем, что дает как бы наслаждение, дает позитив, дает радость и так далее. И поэтому женская дружба, как таковая, отсутствует. Именно в силу особенностей женской психологии, женского мышления и женской логики. Если говорить о дружбе между мужчиной и женщиной, вы об этом тут не писали, но мало ли вдруг вы имели в виду именно это, то хочется сказать так, что дружба между мужчиной и женщиной есть. Вот на этот вопрос много мнений, но лично я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной есть. Потому что мужчина получает от женщины, может получать то, что ему нужно. И женщина получает от мужчины то, что нужно ей. И, в принципе, этого более чем достаточно. Могут дружить мужчина и женщина, и могут даже вступать в интимную связь. Не нужно думать, что на интимной связи дружба заканчивается. Просто чувств может не быть, может быть взаимная выгода. И именно построить дружеские отношения женщина с мужчиной проще в силу того, что она не видит в нем зеркального отражения себя. Ну а мужчина, естественно, переносит на дружбу с женщиной те же качества, что он проявляет и в мужской дружбе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.